«Утро с Веснушкой и Кипидошей». Телеведущая, певица и блогер. А в первую очередь певица, блогер или телеведущая? Я все. Нет, ну вот смотри, если расставить, так, ребят, да? Я все. Если расставить твои звания, вот на первом месте у тебя что, певица, блогер или телеведущая? Ну, на данный момент, ну, либо блогер, либо певица. Ага. Давайте выберем. Не определился. Да. Ну, конечно. Мне кажется, блогер. Все определено. Ну вот я в будущем вообще у себя вижу кино и музыку. Хочу в этих двух направлениях развиваться. Прекрасное желание. Слушай, а мы тебя не спросили, лето тут пролетело? Ты заметила? Нет, я не заметила, правда. Это очень быстро было. Да. Было ли какое-нибудь яркое событие у тебя этим летом? Конечно. Отдыхала ли ты? Вот первый тогда вопрос. Ты все время работаешь, у тебя столько всего, столько дел, и песни, и танцы, и блогерство. Отдыхала ли ты и... Как? Ну, а в плане выходных у меня были выходные, но куда-то летать, отдыхать я еще не слетала. Да что ты говоришь? Да. Ничего себе. Вот, ребята, те, кто отдыхал, ему показалось мало, посмотрите на эту трудягу. Она вообще никуда не летала. Ну, а чем запомнилось лето? Что-нибудь было такое прям вау? Ой, было много крутых моментов на самом деле. Например, у меня была официальная презентация фильма «Не одна дома», в котором я снялась в главной роли. Вот. Также мы ездили по городам с этим фильмом. У нас была, можно сказать, такая вечеринка «Не одна дома». То есть вечеринка называлась «Не одна дома, а с вами». Мы выбирали 50 победителей, и в кинотеатре все вместе смотрели этот фильм, и потом фотографировались, общались. Очень классно было. И, в принципе, у меня были выходные, когда я гуляла с друзьями, тоже очень весело было. Вот. Ну, поздравляем тебя с ролью в кино. Спасибо. Мы, кстати, совсем скоро будем уже снимать вторую часть. Вот, в сентябре. Вот, очень скоро ответил, я уже поеду. Ты ответил на вопрос от Златы из Тольятти. Она как раз интересуется, в каком фильме ты планируешь сниматься еще в этом году. Вот тебе, Златочка, и ответ. Вот. «Не одна дома, два» будет сниматься уже вот через несколько недель. Я полечу. Снимаем мы в Минске, как и в прошлом году. Вот. Будем снимать. А сценарий уже читала? Нет. Я, когда мы снимали, если честно, я сценарий читала вот сегодня, да? И вот сценарий на завтра я его читала. На послезавтра я уже не читала. Вот на завтра читаю то, что мне нужно. Все запомнила, все выучила. А потом уже, ну, короче, я на последующие дни читаю только, и все. Тоже традиционный вопрос из Калининграда от Димы. Какие ближайшие города ты собираешься посетить, чтобы поклонники знали, где тебя ловить? В ближайшее время я улечу вот как раз-таки на съемки фильма в Минск. Поэтому там можете меня поймать. У вас будет целый месяц, чтобы меня ловить. Поэтому, я думаю, вы сможете, если очень сильно этого захотите. Так, а говоришь, по городам покаталась. Какой город тебе больше всего запомнился? Чем? Ой, ну, было много городов. И все мега классные. Совсем недавно я была в Омске. Вот. И там такие классные ребята. У нас, я когда выступала, у нас такая пасмурная была погодка, дождик, но когда я вышла к ребятам, они все, правда, меня очень так тепло приняли, что мне прям очень приятно стало. И я даже не обращала внимания на холод, потому что холодно. Вот, и в принципе, в каждом городе очень классные ребята. Ну, можешь им передать приветик сейчас. Всем привет большой, кто был на моих выступлениях. Мне очень приятно, что вы приходите меня поддерживать. Вот. И спасибо всем тем, кто смотрел фильм «Не одна дома», кто вместе с нами был на презентациях и также до сих пор смотрит. Спасибо. Ну, кстати говоря, наши ведущие развивайки Супер Гарик и Катя Знайкина тоже были этим летом в Омске. И тоже сказали, что там потрясающе. Только было очень жарко во всех смыслах этого слова. Вот. Есть такое, да. Почти 40 градусов, говорят. Ой, да, 40 сейчас. Ага. Не сейчас, когда они были. А когда они были? А они были в июле. Вот. А, ну сейчас уже, наверное, ну, спокойнее, да. Не так жарко. Ну что, может быть, поиграем? Пришло время нашей поигрули. Сегодня тебя ждет игра «Кто я?». Тебе нужно будет отгадать,
кто ты? Кто я? Задавай нам наводящие вопросы. Мы надеваем на тебя корону. Вот. А, собственно говоря, на этой короне изображено то, кто ты сейчас у нас. Ага. Задавай наводящие вопросы. Мы я могу быть кем угодно? Кем угодно, а да. Я знаю твой и персонаж. Чем угодно. Да. Так, я а может мне снять наушники и надеть? Я не надо. Все, отлично. Все сидит на тебе. А, прямо ну, ребят, кто хочет посмотреть, что на голове сейчас у Миланы, заходите, пожалуйста, в видеотрансляцию на сайте дети.фм. Это не обязательно, кстати, человек может быть. Да? Вот. Так, ну хорошо, я попробую. Мне кажется, это сейчас будет очень долго. Да, ты задаешь вопросы, а мы отвечаем честно, да. Так, хорошо. Это персонаж? Нет. Это в реальности живой человек? Нет. Это... Это не человек. Это не человек. Да. У меня такое чувство, что сейчас все упадет. Так, сейчас. Хорошо, это не человек, но это какой-то герой из мультика. Нет. Нет, нет, нет. Это вообще не имеет отношения к живому существу. Это какой-то человек в мультике. Я говорю, к живому существу не имеет отношения. Не человек, не персонаж. Это предмет? Нет. Это не предмет? Нет, это не предмет. Например, ты можешь спросить, это животное? Это животное? Нет, потому что к живому существу это не имеет отношения. Зачем ты такой вопрос подсказываешь? Сейчас, если это не человек, это не животное, это, в принципе, не живое, это не предмет... Еда? Да. Теплее стало в студии. Еда? Да. Хорошо, это фрукт? Сейчас очень... Нет. Это блюдо какое-то? Нет. Это овощ? Да. Сейчас, морковь? Нет. Картошка? Нет. Помидор? Нет. Огурец? Нет. Ой, сейчас самая актуальная еда. Сейчас? Да, вот именно сейчас. Именно сейчас. Сейчас тебя все друг другу дарят. Что? А почему именно сейчас? Почему именно сейчас? Потому что сейчас она созрела. Сейчас самое время. А ты созрела уже. Спасибо большое. Так, хорошо. Можно срывать. Это какая-то что-то... Ну, овощи, да, все верно. Да? Да. Это какие-то что-то там, например, похоже, типа капуста? Нет. Нет? Похоже чем-то ты на огурец, я смотрю. Да? Да. Зеленого цвета? Да. Зеленого цвета, да. Окей. Это больше, чем огурец? Да, больше. Окей, это... Ты — это он. Я — это он, да, спасибо. Да, это он. Ты не она. Он — это я. Да. Так, а он — хорошо. Это ты. Да ё-моё! Главное, чтобы ничего не упало. Аккуратно. Так, это не капуста? Нет. Капуста — это она, а это он. Он. Да. Он. Из него еще икру делают. Но не красную. Кабачок. Да! Молодец, да! Ты сегодня была... Он может посмотреть. Да. Вау, сегодня была. Спасибо, я была кабачком сегодня. Нет, ты знаешь, иногда нужно побывать кабачком, когда я считаю полезно. Ты очень устал. Да. Вот. Полежать, вот так перевернуться сбоку на бок. Вот. Ладно, вопросики у нас. Аня из Красноярска. Цветы какие-нибудь ты любишь? Скажи, пожалуйста. Какие твои любимые цветы, да? Кустовые пионовидные розы. О! Пионовидные вот розы? Пионовидные, да. Такие, как пионы, но розы. Чего себе? Ты так разбираешься в садоводстве? Нет, просто я видела где-то. Запомнила название, мне просто понравилось очень. Все, и вот. Раньше мне еще гипсофилки нравились. Ну, сейчас тоже, в принципе, нравятся. Потом, что еще? Как такие вот большие прям цветы. Объемные. Я забыла, как они называются, тоже очень красивые. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
студии рядом с Миланой Хаметовой появился необычный музыкальный инструмент. Из черного ящика. Да. Кстати, Милана у нас уже играла на чем ты в прошлый раз у нас играла? Что-то барабанила, да, ты, по-моему? Да, или наверное. На трещотке играла. В общем, ударными музыкальными инструментами Милана у нас уже владела здесь. Палочки. Да. А теперь посмотрите внимательно на новое чудо, которое появилось у Миланы. И сейчас она нам сыграет. Давай. Да, вы так говорите, как будто 10 лет на нем учусь играть, и тут сейчас она вам что-нибудь сыграет. Ну вот мы оценим мастерство. Да, если что, ребят, я первый раз вижу эту штучку. Вот. Сейчас что-нибудь попробую сделать. Я буду смеяться. Так. Именно под такие звуки должна происходить магия. Ой, это лишнее. Это было лишнее. Это был джмяк. Так, ну что ж, прямо сейчас Милана сыграла нам на музыкальном инструменте. Ребята, вот вопрос для самых больших знатоков. Как называется этот инструмент? Давайте звоните 8495-134-5664. Кто правильно ответит на вопрос, что за инструмент сейчас играл, тот получит от нас подарок, конечно же. А заодно вы сможете задать свой заветный вопрос нашей сегодняшней гости Милане Хаметовой. А вот, звоните 8495-134-5664. Лиза из Новосибирска интересуется, с каким... Да, и с каким танцевальным клубом? Ну, это же не секрет, да, что ты родилась в Новосибирске? Да, конечно. Угу. Кстати, когда ты последний раз там была? Последний раз там была на премьере фильма «Ни одна дома». Это когда? Это когда? Это в июне. Узнала родной город? Конечно. Нет, не поняла, куда приехала. Так вот, Лиза из Новосибирска интересуется, с каким танцевальным клубом ты выступаешь на концертах. И как называется твоя танцевальная группа поддержки, или у тебя всегда разные? У меня всегда разные. Вообще, я редко выступаю с танцевальными коллективами. Вот. Но если выступаю, то мы с девочками знакомимся уже на самом мероприятии. Вот. Ну, у меня нет сейчас на данный момент своей танцевальной команды. Угу. А хотелось бы? Думаю, да. Когда у меня будут сольные концерты, вот, сольный тур, а он, кстати, будет уже совсем скоро, после Нового года. Вот, тогда я думаю, что у меня будут девочки на постоянной основе, которые будут со мной, вот. А мальчики? Может быть, и мальчики. Угу. Так, ну, конечно, вопрос, который мы не могли не задать. Софья Богомолова из Новосибирска. Из Новосибирска! Свои поддерживают своих. Как твоя собака? Только не про животных. Как твоя собачка Диппи? Как он реагирует на твои долгие поездки? Скажи, пожалуйста. Ой, это такой вопрос прям. Ну, смотрите. Собачка Диппи, с ним все супер. С ним вообще он лучше всех, мне кажется, просто. Вот. Но на мои долгие поездки, если я уезжаю на день-два, то мы его оставляем дома. Если дня на 4, то мы его также оставляем дома, но к нам приходят там наши друзья и с ним гуляют. Вот, кормят, потому что он их знает. Если мы уезжаем на неделю, например, там в отпуск улетаем, да, на неделю, полторы, две, то мы отдаем их в специальную передержку, то есть в отель для собачек, кошечек и животных. Вот, туда. Он там, в принципе, тоже всех знает, но для него все равно это очень большой стресс. А вот когда мы летали в Минск на съемки фильма, и в этом году мы полетим, мы его берем с собой. Повезло, Дипико. А у нас Аврора. Аврора из Москвы. Аврора, привет. Здравствуйте. Привет, Аврора. Привет. Ну что, видела ли ты, слышала ли ты, на чем играла сегодня у нас Милана? Да. Что это за музыкальный инструмент? Это глюкофон. Ух ты! Вот так называется. А ты сама знала или тебе подсказали? Или ты загуглила в интернете? Что? Ты сама знала?
Или ты загуглила, или помогли. Ну что, молодец, Аврора, какая. Вот это знание музыкальных инструментов. Мы тебя поздравляем, и ты получаешь 2 билета на музыкальный спектакль «Карлик Нос», который пройдет в Москве 6, 7 и 8 сентября. Ура! Супер! Классно! Классно! Спасибо тебе большое за то, что угадала. Тебе классного дня. Ну что хочется сказать? Вот сегодня у тебя новое открытие, Милана. Ты открыла для себя глюкофон. Глюкофон. Ничего себе, такая крутая вещь. На самом деле, мне кажется, это успокаивающий музыкальный инструмент. Вот, так что всем, кто хочет успокаиваться быстро, рекомендуем такой глюкофон. Ну что ж, дорогие друзья, в очередной раз у нас случилось прекрасное утро. Всех приглашаем посмотреть мультсериал «Шушу магия», послушать новую песню от Миланы Хамитовой. А мы прощаемся с вами. До завтра! Пока! Пока-пока! С Снушкой и Кипидошей.